Масштабная авария на трассе Харьков-Симферополь. В среду днем там не разминулись 4 машины. ДТП произошло в черте города Запорожья на пересечении трассы и улицы Юности. Сотрудники ГАИ еще устанавливают окончательную картину происшествия. Впрочем, вероятнее всего, сначала в лобовом столкновении сошлись «Лада» и «Газель». Легковушка отлетает фактически под ДАФ, который двигался по трассе, а микроавтобус на встречную полосу, где он немного зацепил «Ланос». По словам свидетелей, в аварии пострадали водители обоих искореженных машин. Водитель же грузовика, заверяя, двигался в крайнем правом ряду, поехал на зеленый сигнал светофора. Что случилось, почти не видел, только почувствовал удар, когда в его борт въехала «Лада». Когда уже так боковым зрением вижу, «Газельку» разворачивает на дороге и «десятку» крутит в мою сторону. Резко принимаю вправо по тормозам, и уже случилось. Все быстро так.